И с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Валфарис. Мы зашли в какую-то гробницу. Здесь у нас шаманы, маги. Какие-то ери. Ну, немножко что-то отсылочка идет, знаете. Ну, как не отсылка, а к египетской тематике как-то относится. Та же вот гробница, да, как в Хеопс. Собаки в костюмах таких, шаманы. Поклонение солнцу, потому что они используют солнечную магию. Теперь мы вообще в какие-то зоне с ловушками. Чувствуется, мне здесь будет весело. Мало урона получили, поэтому не страшно. О, нихера себе. Но мы могли сюда и не пойти, как бы. Это обманочка была. Я не ожидал. Сложного здесь ничего нету. Когти нас не убивают, если мы типа на них встаем. В принципе, мог заблокироваться. Здесь только я могу отметить единственное, фризы, понимаете? То есть мне фризы мешают. Я смотрел, на записи тоже они немного так показываются. Поэтому, бля, это момент спорный. Словил момент. Хм, класс. Тут даже больше, очень много дают времени на то, чтобы упасть. Да, но еще подфризили в этот момент. Ладно, давайте в этот... Что здесь у нас было? А-а-а. Так, у нас там железо. А какой факт того? Ну хотя без разницы. Ловушки. Чёртовы ловушки. Он, когда падает с высоты, он медленно встает. А, так там встать можно. Хорошо. Короче, нужно ждать до максимального времени и перепрыгивать на следующий. Ух, здесь успел. Здесь я не успею. Да-да, зацепился. Проверяю я за камень. Так, а спрыгивать? А, ну здесь я не успею зацепиться за угол. Но я решил, знаете, типа по-читерски сделать. Ну, я там не успеваю по-читерски. Я возьму этот камень. О, чёрт! Да ладно. Я 5 минут пытаюсь пройти это место. Серьезно. Сколько я уже умер? 1, 6, 8. Да, короче, здесь я не успею по-любому пропрыгнуть. Аргенти без сохранений. То есть без сохранений, если ты умираешь, то ты начинаешь с самого начала.
Потому что здесь именно собственных этих нету. Сохранялок. Окей, на следующем поедем. Раз. Найс. Круто. Решил хотя бы запускать именно вот этот вот момент. Это жопа. Какого черта ты продаешь? Продай. Ну будь любезен, ну будь как человек, да? Поедь нормально, возьми ты этот чертов металл и кристалл. Нет. А как тут? Ну, а как мне? Он не успевает опуститься. Короче, я тут уже такие тайминги нашел. Я их уже просрал. Вот это был идеальный на самом деле. Почему я серьезно не использовал чит? Но, скорее всего, кулак я заблокировать не смогу. Забейте. Наконец-то. Я смог до сюда доехать. Все. Осталось доехать обратно. Это... Короче, там есть специальный камень. Специальный, запомните слово. Специальный. На который можно запрыгнуть. И почти нихера не будет трогать. Так, это у нас какие-то болота. Я не знаю. Фу, тупой щит. Я понимаю, на это наставать нельзя, потому что либо это мина... А, вот это же газы, яды распространяют, точно. Охренеть. Давай я еще где-то сейчас по пути сдохну. А, все. А, не все. Слишком большая комната. Если ты убиваешь, когда дотрагиваешься. А ладно. Забейте, у нас все равно сейчас этот же. Как он называется? Мы же все забрали, оно у нас сохранилось. Поэтому мы можем чисто забить. Мы просто бежим дальше теперь. Главное, что я запомнил, что теперь у нас... Все это дело дамажит. Не, я хочу на самом деле пистолет улучшить. Потому что пистолет здесь имба. А что меня тут что спешило, я не знаю. Ладно, я понял. Короче, шипов вообще касаться нельзя. Я не знаю, почему они меня убили. П. Улучшение. А, у меня крови нету. Жаль.
улучшить. Подожди, Вольфариса? Крой Вольфарис, это ж последний босс, да? Давайте, я думаю, ракетницу тогда лучше улучшим. Улучшить. Ну, здесь тоже кровь нам нужна. Нормально. Как мне пройти? У меня лагает! Без проблем. Без проблем. Я не успел прыгнуть. И он прыгнул, но он завис. Так, стой, оттуда ж поедет. Да, пистолет и голод, потому что чисто 3 заряда. Ну, хотя, мне кажется, 3... Это уже, типа, достаточно. Потому что дальше будет слишком много. А, у меня еще хп было. Вау. Так, что мы делаем? Нам нужно сделать... Да, ну, блин, на них ракетницу по-любому я буду тратить. На тех типов я буду по-любому ракетницу тратить. Это не оговаривается. Потому что либо их так бить, либо в рукопашку. Но в рукопашку их слишком жирно бить. А, все. Странно, что это все. Блин. Почему-то мне хочется ждать еще какую-то подставу. Вот серьезно. План камень сохранения. Че, подстава? Сейчас кое-что проверим. Ты закроешься, да? Кто смеет тревожить мой покой? Мне что это? Тэрион. Итан, брат. Я бы сказал, что рад тебя снова видеть, но не буду врать. Я не думал, Врол изгнал тебя в космос. Ха. Наш никчемный отец почувствовал, что во мне есть сила, и испугался. Он изгнал меня отсюда гнить во тьме. Где Врол? Его направление... Так. Направление на...
навлеку несчастье на нашу родину. Он заслуживает лишь нашего возмездия. Изи. Пожалуй, так и есть, но только Врол исчез. Теперь мне он не интересен, а вот ты — другое дело. Зря ты вернулся, Трион. Ну, я пока тебя поиспользую, ты не против. Если мы его заваншотим, ребят, то ладно. Ваншоте. Хотя можно. Попробуем. Ладно, я попробую. Короче, его можно просто в рукопашку бить, но я не знаю, насколько он долго сможет выдерживать мою рукопашку. Клинок. Вы нашли клинок. Стрелять плазменными ножами, которые возникаются в теле жертвы и наносят ей продолжительный урон. Даже как? Ни хрена себе. А ну давайте попробуем. Так, я, значит, мог... Есть ли какое-то место, которое меня не затронет, если я буду там стоять? Пушка на самом деле хуйнюшка. Ну видите, к нему... Тоже близко не подойдешь, потому что начинает херню делать. Можно сделать. Смотрите, в чем прикол? Я сейчас пушку все-таки поменяю. Пистолет не очень. Улучшить. Повышается сила, нет. Мы заменяем пистолет на наш пистолет. И смотрите, в чем херня. Хотя. Давайте попробуем использовать... Я хочу просто посмотреть, как будет действовать палец. Типа, он настолько крутой, что он очень много всего тратит. Мне просто интересно, насколько он крут. Сказать правду, но она меня убить не может. Единственный плюс то, что пушка меня не может убить именно до конца. То есть, знаете,
Эта пушка подойдет для игроков, которые любят убивать босса того же самого на одном хп. То есть вы до конца прожимаете эту пушку и идете на босса. Блин, я не знаю. Я ракетницу улучшил, но что-то как-то... Воу-воу-воу, стой! Блин! И меня яд убил, ё-моё. Подождите, так... Это он высрал энергию? Или нет? Вот мне это сейчас интересно. Так, окей. Так, улетай. Да, мухи только жрут. Ладно. Мухи только жрут, ладно. Блин, если бы я тогда просто не всрал, было бы хорошо. Ну, в принципе, первая фаза. Уходим. Так, он сейчас... Тихо. Готово. Вау! Будь ты проклят, Тарион! А тут манать, если б меня эти еще мухи убили! Это был твой брат? Да, Итан. Тоже сын Врола. Мы с ним не были особо близки. Я это уже поняла. Вау! Сейчас бы мог быть такой туп... Прикинь, если бы я сейчас сдох просто бы на нем. Из-за того, что вот эти жуки... И откуда я мог... Не, я понял, конечно, что жуки что-то нечистое. Если бы меня жуки убили, это было бы... Вау. Окей, мы с вами на... какой-то херни улетели. Мне надо отцепиться. А, меня самого сбросил.
Согласно схеме, мы находимся в самом сердце Вальфариса. Через этот узел проходят все сети данной цитадели. Замечательно. И куда теперь? Я фиксирую повышенную активность прямо над тобой. Тебе нужно снова выбраться на поверхность. Как скажешь, двигаюсь наверх. Тоннели червей. И мы с вами на этом закончим, ребята. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.